Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Free Sand Games. Мы возвращаемся в Ведьмака, и у меня есть одно небольшое объявление. Я немножко дебил. Почему? Потому что я перепутал просто-напросто кувырок с уклонением. Вот так, вот так. Уклониться Alt. Нет, не Alt у нас будет уклониться, а мышь номер 5. У нас будет уклонение с тобой. Все, вот так я буду пробовать с тобой уклоняться. Дальше по заданиям. Не по заданиям, а по комментариям пройдемся. Покупай карты, даже дубликаты. Хорошо, буду делать, буду скупать. Если что, то потом по пути как-нибудь обойдем еще купцов каких-либо. Каких-нибудь. И соберем, выкупим те карты, которые я не купил, дубликаты. Не помню, что еще. А, вебку. Если я не забуду, при монтаже вебку перенесу в другой угол, для того, чтобы было видно ХП. Но, скорее всего, что это будет не угол, а я просто-напросто перенесу ее, ну, опущу пониже, для того, чтобы можно было видеть ХП. Потому что, если я перекину в другой угол, то у нас обязательно что-либо закроется. Либо пузыри, либо мини-карту, то есть 100% что-то где-то опять будет перекрыто. Поэтому я постараюсь найти какое-нибудь местечко укромное для вебоньки и запихну ее непосредственно уже в это место. Так, здесь купец, пожалуйста, здравствуйте, я пришел к вам, купец, привет. Чего? Того. Давай показывай, что у тебя есть. В гвинт мы будем играть немножко попозже, когда у меня будет по-человечески все уже сделано, обустроено с колодой. Так, ой, не-не-не. Тристиана и Изидор. Подожди, пока нет. Вот у меня есть карты. Кстати, вот карты надо покупать. Нильфгард, Что? Денег нет. Хуя себе. Как это денег нет? Теперь есть. Опять не хватает полтос. И 10. Это будет 60. Это будет 60. А я на 60 вряд ли чего-то напродаю, да? Я на 60 вряд ли чего-то напродаю. А, нет, подожди, вот все продал. Вот все продал, отлично, хорошо, купец пошел нахрен. В гвинт... насчет гвинта, кстати, и колод. Колод. Королевство Севера. Единичку сказали убирать, чучело надо оставить по-любому. Командирский рог нужен, мороз нет, нет, мгла также нет, ливень говорят нет, а вот ясное небо почему бы и не быть. Так, требушет, баллиста, это мы все остальное оставляем. Также говорили, нужны будут медики. И нужны будут шпионы. Вот у меня медик один есть. Шпион вот у меня, пожалуйста, имеется. Давай я этого тоже запихну. Почему? Потому что у него есть прочная связь. Выложите рядом с картой с тем же названием, чтобы удвоить силу обеих карт. Вот этого я, наверное, тоже с собой, пожалуй, возьму. Так, специальных карт 3 из 10 пусть будет. Ну, давай 2 ясных неба на всякий пожарный. И лидер у нас с тобой... Ага. Возьмите из вашей колоды мглу и сыграйте эту карту немедленно. Не хочу. Отменяйте все эффекты погодных карт. Мороз, ливня и мглы. Вот это, кстати, неплохо. Вот этого лидера я возьму. Хотя, опять же, зачем мне тогда нужно будет ясное небо? Мне, получается, ясное небо не нужно будет вообще. Отлично. Тогда я смогу взять мороз. Мороз снижает силу всех рукопашных бойцов до 1, у обоих игроков это плохо, А, это у обоих игроков, хорошо, это мне не надо, доска объявлений, где? Вот доска, опа, хорош, тут дерутся, это классно, может тоже пойти по роже настучать немножечко. Сюда, и вот, пожалуйста, вот это я хочу. Люди добрые, я тут в лесу наткнулся на непонятные следы, не представляю, кто их такой оставил. Я не первый год в этих краях охочусь. Вы меня знаете, я попусту трепать не стану, но то, что я видел, ничего хорошего не предвещает. Так что держитесь от леса подальше, а если припечет, ходите там осторожно. Если же кто что видел или следы распознать сможет, заходите ко мне, дам награду. Охотник из Залипья. Он там залипает, что ли? А запись идет, отлично.
люди с Залипья и из округи. И в голову не берите заходить на кладбище, потому как лихо жуткое там обустроилось. Могилы раскапывает и другие злодейства учиняет. А тут начало и на тех, кто по земле еще ходят бросаться, и Мельникова ребятенка утянула. У кого хоть капля ума есть, держитесь оттуда подальше. А кому боги дали сил и умений, пускай чудище убьет, а награду ему уже приготовлено хорошо. Это я, естественно. Да, так это у нас что? Туда я пойду пока в корчмичную. Как тяжело-то, а? Так, кликатун, это мы с тобой сделали. Заботы могильщика, поговорить с могильщиком. Ну, у меня 5 уровень, рекомендуется 10. Ну, с одной стороны-то я, конечно, могу туда сходить, но это будет очень-очень-очень-очень... Не знаю, не уверен. Скачки. О, скачки. Вот это, кстати, интересно. Ни разу мы с тобой на скачках не были, но пока ладно. Погоди. Давай мы сначала сходим, награду за кликатуна немножечко с тобой получим. Она у нас находится здесь. Хотя, опять же, если мы тут переплывем, то мы сможем пойти до знака вопроса. Дайте ко мне. Где такси-то мое? Ага. Погнали такси. Насчет денег написал начало комментарий, зачем ты сразу тратишь деньги. Блин, я ж не трачу их просто лишь бы потратить. Я же трачу только на то, что мне необходимо на данном этапе, правильно? Я же их не трачу просто лишь бы потратить. Я вообще, в принципе, это человек не такой, чтобы тратить лишь бы потратить. Это не только, кстати, к игре относится, а вообще, в принципе, по жизни. Шевелись, плотва. Ну и копить я, правда, не умею. Что тоже печалюшка. Так, это у нас все трава. Плотва, прости. Нам с тобой дальше не по пути. Я пойду немножко... О, ебать, это кто? Это кто? Это еще один кликатун? Который Куролис? Или как его там? Не, слушай, не похож. Сокровище под охраной. Ну, допустим. Ебать, вилохвост 14 уровня. Квен. Нет. Аксий. Тихо-тихо, спокойно, иди сюда. Проблема в том, что я уклоняюсь, да. Я не буду с ним сражаться. Не в том, то, что я не могу или мне сыкотно, а в том, то, что мы потратим на него очень много времени. Я наношу ему минимальный урон. Я, конечно, красиво, классно, прямо скиллово от него уклонился по всем статьям. Он ни разу по мне не попал. Это говорит о чем? Правильно, о том, то, что я скилловый чувак. Но, блин, я не хочу тратить всю серию просто ради того, чтобы запинать монстра, который выше меня уровнем. А зачем? Для чего? Я не понимаю этого. Это даже задротство, наверное, нельзя назвать. Не челлендж, не задротство. Ну, блин, это пустая трата времени. Мы все равно его потом положим. Положим с большим удовольствием, когда мы будем ему наносить нормальный, адекватный урон. Там 500, 600, 1000. Потому что, судя по тому, насколько у него мало отнимается здоровье, у него здоровье хуево-кукуево. Потому что я ему наносил сколько там урона? 149 или что-то типа такого. И урона отнимается очень... Ой, и хп отнимается очень мало. Шкала практически не убиралась. Соответственно, рановато к нему пока нам идти. К сожалению. Естественно, к сожалению. Здорово, Чеслов. Привет. Ну? Баранку гну, деньги давай. Кликатун вас больше не тронет. О, спасибо, мастер Ведьмак. Будьте любезны, ваша награда. Немного, но, как говорится, курочка по зернышку, а? Ага, ага. Так, благодарю. Сохраняйте деньги для благодарю. Шимка. И на будущее, если что, имейте меня нет. в виду. Даже не задумываясь, нет. Почему? Потому что, а какого хрена?
спрашивается. Вот объясни мне. Причем тут я, Дашинка, он его. Он его приютил, а я деньги отдавай? Нет. Не-не-не-не-не-не-не. Так, а напомни мне, что у тебя там имеется? Ну давай, ну есть, есть. Не знаю, зачем дубликаты, я вот только не понял. Если обычные карты, я еще понимаю, зачем дубликаты, то лидерка зачем? Может, я зря лидерскую купил? Зачем мне? Или это не лидерка была? Ай, ладно, хрен с ним, нильфгаардской колодой я пока все равно не планирую играть. Плюсы мне написали, сгоняй... Если я правильно понял, надо мне дойти до Бронника и поговорить с ним. Он даст какой-то то ли квест, то ли что-то типа такого. Очень-очень-очень типа надо пройти. Где? Ты. Чем могу служить? Пока не знаю. Но в комментарии просто сказали, вот этот, наверное, мастер-доспешник. Я ищу кого-нибудь, кто возьмется изготовить доспехи. Очень хорошие доспехи. Ну что ж, я делаю доспехи уже 20 лет. И, надо сказать, кое-чего в этом деле достиг. Так. Ну да. Не обращай на нее внимания. Последнее время она всюду сует свой нос. Ну так что ж за доспех тебе нужен? Легкий, прочный, чтобы не сковывал движение и чтобы надевать его без посторонней помощи. Футболку, что ли? Еще? Может, он еще и чистить сам себя должен, и гузно тебе подтирать. Слушай, ты давай не выебывайся, ты либо делай, либо не делай. Достаточно, чтобы он был прочный и легкий. А ты сможешь, давай ты сможешь. Звучит неплохо. А ты сможешь такое сделать? Нет. Но если ты найдешь кого-нибудь, кто сможет, я с удовольствием с ним познакомлюсь. Послушай, с доспехами вот какое дело. Если он прочный, то не может быть легким. Может, если есть правильные инструменты, такие как у клана Тордорох на Ундвике. Иоанна, ты обещала не вмешиваться, когда я разговариваю с клиентами. Не морочь людям голову этими своими скелликскими сказочками. Это не сказка. Мой дед плавал на Ундвик за панцирями, потому что люди из клана Тордорох делали самые лучшие. Так было до недавних пор. Но с год назад остров разорил великан. Люди бежали или погибли. Но кузни-то, думаю, до сих пор там. Проверить стоит. Я тоже так думаю. Если я найду эти инструменты, вы сделаете для меня панцирь? Да. Тогда да. Но только тогда. Что-нибудь еще об этой кузне известно? Говорят, она была в какой-то пещере на северной стороне острова. Угу. Если я окажусь на Скеллиге, попробую найти эти инструменты. Будьте здоровы. Найти корабль, идущий на Скеллиге. Это погоди, это где? Стой, это же абсолютно вообще не здесь. Зачем мне об этом писали? Подожди, ребят. О, так там рекомендуемый уровень 16. Ну чё вы, блин? Это я куда попал? А, это я сюда попал. Это, к сожалению, совершенно не то, что мне надо было. Это не то. Ладно, обидно, досадно. Ну, ладно. Так, что у нас здесь? Здесь у нас есть какое-то задание. Погоди, по заданиям давай смотреть. Ведьмачьи заказы. Может, сходим о могильщике позаботимся? Десятый, ну у нас пятый. Ну, пойдем сгоняем. Хрен бы с ним. Я думаю, что мы справимся, по идее. Хочешь посмотреть наш маленький склад? Давай, расчехляй запасы. Покажи мне свои товары. О, погоди, стой. А у меня же вроде это уже есть. Да. И это есть. И это есть. А вот этих карт, кстати, нейтральная.
А, нет, это рукопашная, это не лидерская карта. Хорошо. Допустим. Будь здоров. И не болей. Не болей, я тебе говорю, пошли дальше тогда в путь, мы с тобой отправляемся. А далеко нам чесать и вообще куда нам чесать? Ты где? Это сюда, да? Ну мы тогда, наверное, через знак, через быстрое перемещение туда отправимся. Попробуем что-нибудь сделать на кладбище. Надеюсь, что у нас что-то получится. Опять же, потренирую уклонение. А не перекаты сраные. То я и думаю, почему я вроде как уклоняюсь. А пока подойду обратно к монстру, он уже готов меня заново атаковать. Ну что за хрень-то? Да потому что уклонение и перекаты — это разные вещи, Рамулька. Запомни это раз и навсегда, и не повторяй больше никогда таких тупых ошибок. Дебилушка. Ладно, ладно, идешь сюда. Ага, быстрый переход. Быстрый переход, это я, это вот сюда, пожалуйста, пошли. Кто там будет ждать? Я забыл. Могильщик? Ну да, поговорить с могильщиком, а ждать нас будет там какая-то дичь. Блин, в гвинт так-то бы неплохо было бы поиграть. Я думаю, надо отдельно серию прямо по гвинту выделить. Ты могильщик? Я пришел насчет заказа. У вас здесь, кажется, кто-то разрывает могилы? Да некрофил. На погосте то и дело какая-нибудь гнусь заводится. Выжжет, что посвежее, и уходит. Угу. Недавно вот снова началось. Думал я, только бы после заката не выходить, да двери закрывать покрепче. А потом ребятенок пропал. Так спокойно об этом говорит. Не, из деревни. Да и тут, маленький совсем. Сам бы он сюда не пришел. А я под вечер слышал, будто скулит кто-то. А что ж не вышел проверить, что случилось? Я что, дурной? Супротив чудовищ, ведьмака надобно. Так, поговорим о награде. Поговорим о награде. Давай сразу на максимум, согласен? Это вы как-то загнули. Это вы лишку хватили, я бы сказал. Ну ладно, тогда ни тебе, ни нам, вот тебе 300. Цена честная за такую-то работу. Я в таких вещах кое-что понимаю. Отлично. Я проверю, что делается на кладбище. Вот это хорошо, вот это уже интересно. Так, погоди. Знаешь, что я еще хотел сделать? Я хотел зайти в настройки звука, музыка, эффекты, речь, эффекты. Эффекты сделать вот так вот. Я тебе объясню почему. Потому что при монтаже получаются разговоры тише, а атака намного громче. И мне приходится общую громкость игры понижать, а это нехорошо, потому что разговоры должны быть на уровне с моим же голосом. Они не должны быть намного тише, чем я. Либо так же, либо чуть-чуть, самую малость тише. Опа, кто тут? Зайцы. Бля, зайцев боюсь. Спокойно. Ай, не уследил. Так, допустим. Тренируюсь в уклонениях, если что. Вонь разложения привлекла диких собак. Но ни гули, ни собаки не похищают детей. Да, все верно. Что? Копали без инструментов. Ну пошли еще посмотрим, а там есть что-то еще. Разгребли мотыгой? Нет. Вот следы когтей. Блин, ну придется в склеп заходить, тут как бы вариантов особо нету. Я уже сам предчувствую. Копали это. Без инструментов. Ты уже говорил. Пойдем в склеп, и там, походу, подвал есть проход, да? Нет? Что это? Сапоги топорника? Опа. Погоди, что за сапожки? Хорошо! Отличные сапожки, мне прям заходят, мне прям нравится. Так.
Могилка. Разрытая могила. Совсем свежая. Воняет старым трупным ядом. Интересно, куда меня приведет этот смрад? Ну, я не знаю, куда тебя он приведет, но я по-любому нажму на F5. Где смрад? Где смрад? А, вот он. А ты можешь перелезть? А куда пропало это все? А, вот. Мне прямо надо по нему идти, а то он дальше не прорисовывается. Что за негатив? Ну, ты чего? Ага. Так, это мне перепрыгивать на ту сторону надо? Опа. Так, есть я паркур. Блять, змейкой как-то летел? Это же призрак ведь, я правильно понимаю? О. Кто бы здесь ни жил, место для логова довольно необычное. Если это создание умеет пользоваться инструментами, то оно разумное. Или хотя бы ловкое. Это хреново. Кто-то здесь готовит, это похоже детская берцовая кость. Бля, ребятенку писец. Магический круг из черепов. Благодаря ему монстр черпает энергию из места силы. О, значит где-то здесь рядом есть место силы. Пищинская баба. Благодаря силе, полученной из черепов, она почувствовала себя настолько уверенно, что стала заходить в деревню. Если я заберу черепа, ей придется пойти за новыми на кладбище. Там я ее и поймаю. А-а-а. Это ее здорово разозлит. Осталось подождать ее ночью на кладбище. Так, сложить черепа на кладбище и дождаться появления кладбищенской бабы. Кстати, а насчет кладбищенской бабы, а у меня ведь есть... Против нее что работает? Ну, Ирден это естественно, Квен. Масло против трупоедов. И черная кровь. Так, алхимия. А у меня масло против трупоедов не сделать, потому что мне нужен одуванчик. Мне надо 4 одуванчика. Где я их должен взять? Аж целых 4 одуванчика. Погоди, а ты меня туда видишь вообще, игра? Да, туда. Одуванчики. Нет, почему 4? Так, волокно хана. И не 4, мне надо 3 одуванчика. Один же у меня есть. Хреново, никогда не думал, что мне понадобятся одуванчики. А прикинь, если они на кладбище растут. Кто ты? Нет, так что-то на эра. Нострикс. Я знаю, как выглядят одуванчики, но я не знаю, как они выглядят здесь. Может, они здесь как-то по-другому выглядят. Блин, хреново, нет тут одуванчиков. Ладно. Очень обидно. У, сука, пришла. Вор черепушки украл. Мои черепушки. Пусть себе свои накопает. Сейчас я твой ископаю. Стой, погоди, стой, Ирден. А я же это делал. Я же уклонение жму. А как так-то? Иди сюда. А против языка уклонения не работает, что ли? Против языка уклонения не работает, прикинь? Погоди, я гром забыл применить. Иди сюда. Так, Ирден нахрен, а... Да не, хотя как без Ирдена? Квен?
Ай, больно. Блядь, я не могу привыкнуть, что к этому языку уклонения не работает против этого языка. Оп! Не маши своими культяпками. Как ты меня заебешь, а? Иди сюда. Все. Да. Яд, мозг, ухо, мутаген из кладбищенской бабы. Ну это... О! Адандейт. Адандейт. Вот это хорошо. Какой-то новый меч мне прям нравится. Так, ну это ты сейчас будешь голову резать. Не надо это, а то, блин, YouTube меня банит, ругает за вот это вот всякое. Так, смотри. Что лучше? 110-134, 112-136. Так, Адан, мощь Арда, а мощь Акси, дополнительный урон при крит ударе плюс 20, плюс 10, шанс критического удара плюс 3, плюс 1. Ой, так это, можно сказать, это продолжение лунного клинка, только его улучшенная версия, да? Шикардос. Отлично, меня устраивает, мне нравится, спасибо, благодарю вас, конечно же, почему бы и нет. А касательно этой дряни, что нам дает? А, понятно. Понятно, понятно, неинтересно. Умение персонажа. О, а я, кстати, могу же их, наверное, объединить. В смысле? Малый зеленый мутаген. Ну... Алхимический ингредиент, мутаген. А, это реликтовый. А реликтовый, получается, объединять ни-ни, да? Ну и в рот компот. Нет, так нет, на нету, сюда нет. Пошли, сдадимся. Да получим свои честно заработанные кровные 300 монет. Только не умирай. Не умирай, я тебе говорю, F5. Нормально, соскользнули. Я практически так и планировал. Давай бабло гони, могильщик. Могильщик. Ага. Mm? Что? Mm. Я пришел насчет заказа. Я пришел насчет заказа. И что? Мило что и сделано. Что? Это кладбищенская баба разрывала могилу и похитила ребенка. А что с малышом-то? Бля, хуевые новости. Ребенок мертв. Так я и подумал. Что с наградой? А я не забыл, нет. Нате вот. И спасибо за помощь. Будь здоров и не болей. Прощай. Хорошо, это я получил. А зачем там было написано, я нашел ребенка? Просто чтобы обмануть? Так с такими вещами не шутят. Люди же ведь ждут, реально сидят, надеются, ночами и плачут там туда-сюда. Нет, нет, все, 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 все. Нету пиздос наступил. Мне, наверное, деревня Большие Сучья. Или куда мне? А, еще говорили, ходи знаки вопроса, прежде чем пойти по сюжетке, потому что знаки вопроса, как же там говорилось, что типа, если у тебя уровень будет выше, чем надо, то ты то ли опыта не получишь, то ли получишь меньше опыта, чем надо, а за сюжетку там фиксировано в любом случае получишь. Короче, ходи сначала по знакам вопроса и по доп. Заданиям, а потом уже иди по сюжетке, а иначе, короче, лоханешься и где-то что-то недополучишь. Поэтому пойдем по знакам вопроса. Погуляем мы сегодня с тобой. Поищем на жопу приключений. Может, найдем еще чего-нибудь. А сколько мне тут? Я же уже почти пришел. Где это? Блин, наверх? Серьезно? Ай! О, пацаны, здорово. Ай, больно. Осторожно. Да больно, блядь. Да нету с вами никого. Я забываю про уклонение.
За кого? Иду, иду. Ну, давай, атакуй. Атакуй! Нет? Он сказал, заебал? А так можно было? Я думал, так нельзя. Фига себе, еще ругаются, матерятся. Вы давайте не это, тут ругаться, материться можно только мне, и то в пределах разумного. Так, что у вас еще тут есть? Не нравится мне уклонение. Слушай, я поставил его на кнопку мыши, а что-то я постоянно про него забываю. Хочу нажать атаку, нажимаю уклонение. Хочу нажать уклонение, нажимаю атаку. Как-то надо будет поиграться с кнопочками. Но кнопка Alt мне точно не подойдет. Это вот прям вообще ни разу не мое. Во всех играх, где есть кнопка Alt, какое-либо действие на кнопку Alt, то это 100% это действие никогда не будет использовано в игре. Почему? Потому что кнопка Alt для меня безумно неудобном месте располагается. Нехорошо. Да блять. Аккуратно. Еще раз меня толкнешь, пидор. Так, ладушки. Тихо, тихо, тихо. А где у меня ласточка F? Ух, нихера себе, вот это я дал. Жестко, не ожидал. Один раз уклонился и сразу пошел в атаку. Блин, может мне вместо прыжка поставить уклонение, это уклонение? То есть на пробел. Не знаю, подумаю, подумаю, подумаю. Это я, пожалуй, все заберу. Это тоже все мое, естественно. Да здравствует свободное тенилье. Да как бы в рот компот. Ты кто? Ты... О, купец. Хотя, наверное, это такой же бомжовый купец, у которого ничего никогда нет. Покажи свои товары. Ну, что и требовалось доказать. Ни хрена-то у тебя нет. Бывай. Давай. Беспонтовый купец. Что купцом называется? О! Не окай. Работы нет. Хлеба нет. Езжай в город, там есть и работа, и хлеб, и все на свете, понял? Не надо ныть, блядь, ненавижу таких людей, которые кричат, работы нет, этого нет. Всегда есть, должно быть желание, найдется всегда и работа. Может быть не престижно, как бы никто о престижном... Загаси, затуши. А никто о престижной работе не говорит, но ведь главное не престижность, а денежный выхлоп. А если работа приносит бабло, то в рот компот. Что там за работа? В говне ковыряться или что делать? Лишь бы было на что пожрать, и во что одеться, и чем ипотеку заплатить. Правильно? Правильно, все, не это. Не надо мне тут рассказывать. Поехали. Такси! Где мои три десятки? Или кто тут? Яндекс.Такси. О, платва такси, все, отлично. Платва такси, поехали. У меня купон скидка 100% на проезд, на все проезды. 190 шагов. Клепать, бежать. Блин, с уклонением надо что-то делать. О, и какое дерево большое. Мне к нему? Да, тихо, мне к нему. Пацаны, здорово. Ой, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Только не стрелки вот эти сраные ваши дурацкие. Это что? Это огонь. Не надо. Блять.
Ай! Не трогайте мои яйца! Бля, ты со своим мечом, ты за щитом, ты заэтываешь меня? Ну давай на уклонение сыграем. Опа! Да я твой щит расхреначу. А щит вообще нереально, да, сломать? Ну ты все, и нет твоего щита, понял? Падла. Да, не очень у меня получается с уклонениями. Надо что-то делать с этим. Так, настройки, настройки, настройки. Привязка клавиш. Давай, давай смотреть. А что если я прыгнуть? Ускориться. Где уклонение? Уклонение где? Вот, уклониться все-таки сделаю, наверное, пробел. А... прыгнуть сделаю вот так вот. Не знаю, попробуем, посмотрим, как это будет. Может, что и получится, а может и нет. Медовые соты, это, конечно, классно, а есть что поинтереснее? Так, это бочка-взрывочка. Сапфир, аметист. Ой, а тут неплохо. Составной болт даже есть. Но составной болт, кстати, я не могу применить, потому что он вроде как с 20 уровня, да? 14, вот этот вот. 22 вообще. Охренеть, не встать. А вот эти я могу. Ударный урон, плюс 10 урон серебром. А ну-ка. О. Ну так интересно, так мне больше нравится. Хорошо, поехали дальше. Что по времени? Еще время есть. Еще время есть. О, спрятанное сокровище, погоди. Ты откуда? Почему я ничего про них не слышал? Кто-то охраняет? Бля, кто-то охраняет. А кто охраняет? А. Не ори, давай атакуй. А почему? А, потому что я же уклонение на пробел поставил. Допустим. Пока ты там орешь, я тебя убью по-быренькому. Ухо, кстати, нашел. Отрубил ему ухо. А где спрятанное сокровище? Не понял. Внизу? Это как? Интересно, здравствуйте. Это интересно, вот это прикольно, это мне нравится. Так, ключ от сундука с сокровищами, смятая записка и трубонька. Смятую записку я нашел. Пришли солдаты. Нашли ли чужие... Не... А, наши ли чужие, не знаю. Уже не важно. Я услышал, как они едут по большаку. В подвал они, может, и не заглянут. Всю ночь они убивали и насиловали. Я слышал. Не знаю, удалось ли еще кому спрятаться. Может, и никому. Я, когда на минутку приоткрыл дверь, увидел, как они вытащили Антося. Это, наверное, Антоха, да? Тот спрятался в... поле, в стогу сена, под которым я закопал свои вещи. Его забили цепом. Потом услышали, что я внутри, я им не открыл. Думал, меня сожгут живьем, как тех, что спрятались в амбаре. Но они только захлопнули дверь. Что ж тебе подольше подыхать? А, чтоб тебе подольше подыхать, пожелали. А потом сели на коней, теперь все тихо. Слышно только мух, которые... слетелись на трупы. Я попробовал выбить дверь. Подкопаться. Не выходит. Слышно, как пришли люди, чтобы грабить тела. Уж не знаю, чего там брать. Должно быть рубахи и портянки. Я звал на помощь. Не ответили. За ними, наверное, придут только гули. Да, наверное, наверное. Пошли отслеживать задание. Я ж нажал. Используя, видимо, чуть-чуть посмотреть место вокруг погреба, где укрывался умерший. Бля, гули идут. Я застрял. Я не могу выйти. Гули, идите нахер! Бля, гули, я не могу выйти, серьезно! Блять! Гули, ёб вашу! Да застрял я, понимаете, во время битвы он не прыгает, а перекатывается.
Охрененно, ну давай сожгу вас, что ли, гули? А, гули-то ко мне могут зайти, естественно. Так, еще двое, идите сюда. Гули, 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 гули. Иди ко мне, иди, заходи ко мне. Где ты там? Надо было так неудачно застрять. Ну все, убил. Пойдем. Во, теперь я могу прыгнуть по-человечески. Так, забирай. Глаз чудовища. Это неинтересно. Лучше бы мутаген дали. Зачем мне ваш глаз чудовища? Что я с ним буду делать? Теперь надо привыкать, что у меня пробел. Прыжок не на пробел. А как? Серьезно. А как мне пройти-то туда, алло? А. Ну да, так, конечно, ведь лучше. Опа. Здравствуйте, здравствуйте. Надо, чтобы гули не ходили больше. Они, наверное, и так придут. Ничего не вижу, но что-то слышу. Еще одна гуля, да? Она сильно далеко. Так, Стокси... А, во, нашел, все. Так, кираса какая-то интересная. Погоди, это я заберу. А можно посмотреть, что за кираса там? Ну, такое себе. Не такое уж и интересное, если честно. Прямо мне нет. Не-не-не-не-не. Еще успеем на один знак вопроса. Такси? Платва, погоди, я иду. Ох ты ж. А можно было так доскользить прямо туда, куда мне надо, нет? Жалко. Над управлением я покумекаю. За кадром буду сидеть, представлять, на какую кнопку мне удобнее нажимать, так, чтобы я не путался, чтобы я не тупил. Поздно ты махнул. Поздно махнул. А мне, наверное, вот в этот бандитский лагерь, нет? Это ты зря. Опа, прорисовались. Пацаны, здорово. Да работай ты, блядь! Какой ты меч убрал? Ты дурачок, что ли? Иди к дяде. К дяде не надо. У меня опять перекаты перестали работать. Херачу, херачу. Не давайте ему продохнуть. Ай, больно. Да прекрати. Заклятие. Что тебя он колдует? Ну да, есть такое. Погоди. Да, с этими щитовиками надо один на один, прямо вообще так аккуратненько. Да что не так-то? Почему? Я понять не могу, что... Во, пробел заработал. Что я, по-моему, какую-то кнопку нажал не ту. Слушай сюда, тупой мудак. Если будешь держать добычу у всех на виду, то она у нас надолго не задержится. Ты что думаешь, кроме нас тут нет разбойников? Ну ты-то, может, так и думаешь. Я знаю, что ты болван. Так вот, что я тебе скажу. Нет, есть и другие. Так что будь хорошим мальчиком и перепрячь добро в такое место, где только мы с тобой сможем его найти. Иначе я тебе гузну так надеру, что оно покраснеет, как арбуз.
Гузно имеется в виду жопа, если вдруг ты как бы еще не в курсе. Уже дождь собирается. И что? Мне зонтик достать или что? Так, а что, больше ничего нет? Что-то не так. Что я сделал? Сбросить нахер. Давай все по старинке. Ускориться левый shift переключить. Где уклонение? Мощная атака, это понятно. Уклониться. Alt. Блин, да не могу я с альтом. Не могу я с... А, погоди. Уклониться. Q. А наложить знак. Вот эта херня. Во, все. Вот так вот. На плотву знак наложил. Прости, плотва, ты просто под руку подвернулась. Я не специально. Так надо было. Хорошо, где еще у нас знаки вопроса? Бля, ну их тут так-то много. Вот здесь вот прям смотри, хорошо, как погнали туда, прокатимся. Шевелись, плотва. Мы до туда доедем, а проходить уже будем, наверное, в следующей серии. Потому что жим-жим время. Так, мост. Мост я нашел, увидел. Мост мародеров. Опа. Это вы-то мародеры? Варвар. Да не, это вроде не мародеры. Это собаки. Мне интересно. А кто здесь? Тут так я тебе скажу, в принципе, то это. Ага. Спокойно. А что? Да подожди, я знак же пытаюсь наложить. Ты чего? А. Все, я понял. Жалкое зрелище. Да блядь. Спокойно. Опять не ту кнопку. Ага. Блин, ну щитовика лучше всего, конечно, через знак убивать. Просто глушишь его и убиваешь спокойненько. Ну давайте. Вот это хорошо, прям вообще интересно. Кстати, арбалет новый нашел. Который я не могу одеть. Почему? А, у меня много таких. 14 уровень, 10 уровень, 14 уровень. Понятно. Ограничение по уровням. Хреново. Ну, что поделать, что поделать. Давай мы еще до одного места быстренько добежим, успеем. Хотя не, не будем. Будем закругляться, потому что хорошего должно быть понемножку. А я буду пробовать какие-нибудь уклонения туда-сюда. Не знаю, на Q вроде бы как бы и да. Но при этом я почему-то на пробел жму. Я хочу перекуверкнуться, а не уклониться. Ладно, хрен с ним, это я научусь. Будем заканчивать. Если интересненько, то обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях, ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман, и до новых игр.